Все медицинские учреждения Молдовы работают с новыми ценами. Согласно внесенным изменениям в каталог единых тарифов на медицинско-санитарные услуги, все подорожало в несколько раз. Что-то в два раза, что-то в три, в пять и даже больше раз. Это касается всех видов услуг, будь то лечение кариеса, УЗИ, либо радиография, пишет e-sanitate.md. Кроме того, выросла и плата за один день пребывания в больнице. Причем в эту стоимость больше не будут включать лекарства и питание. Если раньше один день в терапевтическом отделении стоил 144 лея, то теперь он обойдется в 209 леев. В кардиологическом отделении день пребывания будет стоить 345 леев, а не 218, как это было до сих пор. В хирургическом отделении 345 леев, в кардиохирургическом 446 леев вместо 299 леев. Один день нахождения в отделении реанимации будет стоить около 1000 леев, а не 533, как это было до сих пор. Каталог единых тарифов на медицинско-санитарные услуги не обновлялся с 2011 года. И руководители лечебных учреждений неоднократно жаловались на слишком низкие тарифы. Многие услуги подорожают на 400%.